Здравствуйте, дорогие друзья! Я Николай Лысков. Сегодня я хочу показать вам свое изделие. Это комбайн для сбора ягод. Такие комбайны я изготавливаю сам. И цена такого комбайна 480 рублей. Вот до Нового года, конца декабря, пока цена будет такая, 480. Дальше посмотрим. Железо подорожало, может быть, немножко придется поднимать цену. Ну, посмотрим. Изготовлением таких комбайнов я занялся достаточно давно. И по какой причине? Вот смотрите, в регионах, в сельской местности, вот особенно у нас на севере, люди занимаются такой деятельностью, собирают ягоды и сдают их перекупщикам. Ну, неплохая цена закупочная, нет работы. Люди, конечно, приобретают эти комбайны, с их помощью вы можете быстро и много собирать ягод и на этом зарабатывать. Я тоже не люблю собирать ягоды, и я не собираю их для сдачи. Просто для себя. Я вот сделал для себя комбайн, у меня получился, потом я поделился этой информацией, мне стали поступать заказы. И я начал изготавливать эти комбайны на заказ. В общем, комбайн удобный. Очень хорошо работает. Очень хорошо работает он по бруснике, по чернике. Это идеальные ягоды, для которых он изготовлен. Также очень хорошо им собирать голубику. Я же собираю им еще и клюкву. Когда еду за клюквой, я беру тоже такой комбайн и собираю им клюкву. Следующий момент. Сегодня я хочу сделать предложение тем из вас, кто хочет, так же как и я, заняться этим видом деятельности. Изготавливать комбайны. Я подготовил серию видеоуроков, на которые записал от начала до конца весь процесс изготовления этих комбайнов. Значит, подготовил шаблоны, лекала, видео на диск записал. Их там очень много. И этот бизнес-пакет стоит 34 тысячи. То есть, приобретя этот пакет, вы в течение месяца, даже меньше, его окупите, потому что изготавливая эти комбайны, вы будете зарабатывать от 45 тысяч рублей в месяц. Я это протестировал, проверил на себе. Работал по 2,5 часа в день в течение 20 дней. И за месяц я заработал где-то около 50 тысяч рублей. Так что вы тоже сможете это делать. Это несложно. Работая 2,5, максимум 3 часа в день, не больше, и в течение 20 дней, неполный месяц, ну, вам тоже нужны будут и выходные, там, суббота, воскресенье, еще, может быть, какие-то дни вы захотите чем-то другим заняться. А вот по 2,5-3 часа уделяя каждый день, вы сможете зарабатывать вот от 45 тысяч рублей в месяц. Повторяюсь, цена такого комбайна, вот я беру себе 480 рублей. Но заказчики, которые мне заказывают этот комбайн, они платят до 800 рублей. Почему? Потому что почта берет за услуги, за пересыл, плюс упаковка. А я посылаю по почте много таких комбайнов. И заказчик
платит около 800 рублей, где-то 770, 780, и бывает по 700 и больше. Это зависит от региона. То есть вот он даже продается по 800 рублей, покупается. Если вы будете продавать на рынке, конечно же, вы можете продавать его не по 480 рублей, как я продаю, а гораздо выше. Вот. Ну, я не поднимаю цену высоко, потому что с учетом пересылки она будет очень большая. Мне пока хватает этой цены 480 рублей. Дальше посмотрим. Комбайн выполнен из оцинкованного железа, удобная деревянная ручка, стальные прутья. В общем, все хорошо, есть заслоночка, ягоды не высыпаются. Под этим видео вы найдете ссылку на мой блог. Там есть подробные видео, как я собираю таким комбайном ягоды. Правда, я там собираю не этим, но аналогичным. Я там собираю своим первым комбайном, который сделал еще много лет назад. Он до сих пор у меня живой, ничего с ним не сделалось. Я им собираю, он сегодня у меня в отличном состоянии. То есть, приобретя такой комбайн, вы много-много лет будете им пользоваться, и он будет служить вам верой и правдой. А если вы его купите, то цена окупится вам в первую же поездку в лес. Вы насобираете много ягод, сдадите, и окупится он вам. Но если вы не будете сдавать, то для себя будете ягоды брать, тоже он вам позволит быстро набрать много ягод. Ну, сами понимаете, или брать руками, или комбайном. Комбайном, конечно, намного удобнее. Вот. Ну, в общем-то, и все, что я хотел вам сказать. Под этим видео будут ссылочки. Переходите на мой блог. Там вы можете сделать заказ как на комбайн, так и на пакет, бизнес-пакет, если хотите сами заняться изготовлением таких комбайнов. Там я вам подробненько все расскажу, опишу в видеоуроках, от раскройки, ну, в общем, полностью все я там вам расскажу и покажу, как изготовить такой комбайн. Вы быстро этому научитесь. Этим может заниматься даже и женщина, и подросток. Ничего здесь сложного нет. Всем желаю успеха, всего вам доброго. С вами был Николай Лысков. Желаю удачи вам, друзья мои.